Привет, дорогой друг! Ты попал на канал Березки, меня зовут Алина. Не знаю, залетел ты ко мне в первый раз или смотришь мои видео постоянно, но я буду очень признательна, если ты подпишешься на канал. Но чтобы быть в курсе всех предстоящих трансляций, переходи в наш телеграм-канал. А если ты хочешь вместе с нами смотреть сериалы, фильмы и многое другое, переходи в наш Дискорд. И самое главное, если у тебя есть что-то интересное, что можно послушать или посмотреть, переходи по ссылочкам в описании. Да, и чуть не забыла. После просмотра этого ролика не забудь оставить комментарий. Приятного просмотра! И не только, возможно. Свет берёз в моём сердце всегда этот цвет берез, цвет берез по дорогам земным, как любовь пронес, как любовь к нашей доброй земле сквозь порывы гроз на ветру. Шум берез слышу, шум берез для меня навсегда, это песни звук, шум берез сто зеленых ветвей. Сквозь печаль разлук смолкло все, шум берез слышу, свет любви для меня навсегда, это свет берез. Мне кажется, это так вовремя. Ну, потому что все-таки немножечко, да, отходя в сторону всеобщей всемирной обстановки, скажем так, да, тема, наверное, патриотизма, ну, сейчас, естественно, так бы, ну, не знаю, насколько набирает обороты, но мне кажется, набирает обороты, да, то есть очень, скажем так, в активной позиции стоит. И, ну и во-первых, ну как бы, и не только поэтому, но когда вы последний раз слышали, чтобы, ну, известные музыкальные артисты, поп-артисты
делали подобного рода работы. Это прям вот отбрасывает куда-то вот прям нас какие-то десятки прям назад лет, когда, не знаю, ну и опять же, мне это, мне кажется, не знаю, как вам, да, вот мне какие-то картины из фильмов только каких-то вот военных или послевоенных ты смотрел, да, и вот именно песни, именно песни, это сейчас там треки, все дела. Раньше вот прям пели песни, такие, которые вот не то, что за душу цепанут и цепляют, а которые... Не знаю, прям. Здесь я сегодня сказала, да, касательно там Вилли Скотт, там все нутро перевернули, то да, там однозначно, но там немножко другая тема. А здесь это все воедино, да, то есть какой текст, шум берез, про что-то такое глобальное поется, но при этом такое близкое и родное, как это поется. Это плюс еще под акустику, плюс это дуэтом, такой невероятный голос у вот этого Мемираб. Не знаю, надеюсь, я правильно произношу. Вот. Она тут, конечно, тоже шикарно звучит. Я поражена. И... Ну, такого я давно не слышала. Что, ну, из той серии, то есть прям как вот русская народная песня. Не прям здесь она по-народному только звучит, да, но, я говорю, отбрасывает какие-то вот времена вообще, когда это, ну, Игорь, или военный, или поствоенный, или послевоенный, ну, какие-то такие, когда все, знаете, вот такие моменты объединяли очень многое, что-то, кого-то. У меня опять кому-то в горле стоит. Ой, какой батл, как тут после такого можно вообще что-то смотреть? Вот такое. Ну, я не знаю. Ну, красотка, красотка. Мне кажется, она прям поняла, куда нужно двигаться. Я не знаю, насколько она в этом как бы... Ну, она очень еще как-то вот прям... Не знаю, откуда она, грубо говоря, взялась, да, или кто ее там куда двигает, но очень прям... Мощно она вылетела и взяла курс такой необычный, но, наверное, правильный, мне кажется. Отличительный образ свой сразу же создала, и сделала или сделали, но не суть. И прям резко запоминающийся. И текст, смотрите, в моем сердце всегда свет берез по дорогам земным, любовь пронес в нашей доброй земле сквозь порывы гроз на ветру. То есть это как, это вот... Как стихи даже русских поэтов порой некоторые, да, писались. Отталкиваясь от того, естественно, что вижу, о том пишу и то пою, но как это передавалось с точки зрения там высокого и литературного, наверное, искусства? Тут также, ну, прям, да, необычно, неожиданно такое. Очень. Крайне необычно. И крайне неожиданно, так скажем.